操作非常强势的对，选手，而且他的你表节姐，你奏也白把摸握了的非 Foggy 常好 Bastrix 吧，呢？因所为以要他不打呢，暗夜一直是给人一种无敌要的不呢感觉。掉了，make up 他有什么像比如说精灵，你比如说现在你是一个精灵，或者 Уже 是 катка 你有个 пошла. 朋友是个精灵啊，Странно. 现在要Мне 跟他казалось, 打，еще пару像минут мы你对这个подождем. 精灵会有什么建议呢？跟Так, 他们вроде не 打。лагает стрим, да?我有Нету什么建каких-то议啊？就подспайков? 有什么方式来对付这Или нет? 样一个Все非равно常что-то强势的есть精灵？такое.那个亡灵，我有什么Неровная方式来给картинка,出一个или能нет? 帮助他Ладно,们或пока者自己смотрим, 找漏если什в么крайнем特别случае的缺опять点？因为через确实клиент在这个постримим. 点上找不到那种特别的漏洞或者是缺点了。好，我们看到的话，这是双方的第一场比赛。来到了 Голову 独行помыл 侠 просто. 的话，对耀联来说是非常不利的一个点位，归明对点。但是好，我Да,说这как句是，вариант. На会самом不会деле,乌когда克兰долго阵营голову не似乎моешь, ты不ее会потом练工помыл,兵и一点такой,啊？блин, другой这человек 个人сразу. 是很不喜欢这样练工兵的，我也不知道为什么，但我个人感觉这个图练工兵，这开局很优势的呀。说句难听的，就开局就已经7-3甚至对，八二这开了。就是这个Не, 对что-то点все равно工兵来说，лагает.我觉Ну,得这Господи,个ну,开блин,局что за是一个стримы такие说能непонятные?练顺利Хочешь练完посмотреть八二开。нормально嗯，стрим 如果你чанский, 说是八二开，你再出一个什么что все大水平，我подглючивает. 大前明三，那这个游戏就就另一差不个游多了。戏了，差不多。你就但算是你这样一个开局啊，我们В看到его这个五группе三三написали,开что局，Бастрикса.那你这Блин,点я很в没有своей意义группе啊。написал, что那你就это失я去了，масло你сходил就失去слить.了你的在工兵这Насчет个и点никто об上этом的не пишет. 优势了吧？哎，耀宁第一时间是过来看那个看了一归明下，帝。看到没有？哎，那放Так, 心了，здесь 你看гуля到на 没有？разведке? 哎，而且是特地过来看一下这个五三三，这个看是很重要的。对的，因为昨天我是和耀宁有过交流，他也是有所了 Так, 解吧？他对 гуля начинает 那个 харасить 不 тут. 喜欢练工兵的这个特点，他有所了解。所以在面对 TM 这张图的时候，对于王林来说，就没有这种可能性的担心了，就不用担心去考虑Слушайте,这там个гуля刚刚сейчас的这个зарежет上арчу,上если路，барак无не敌也будет是比较по гуле防御的一бить, 个难处。арча 而且今уходит.天 Foggy 练级是出现了一些问题，AD 怎么被刨到这么多血了？AD 不敢上来了呀？这边在打 BR，这 BR 压力很大。ДК уже бежит, но это кросс респауны здесь, ДК никак не успеет. 抢不到，抢不到。Попытку арчу забрить, арча, кстати, будет минус, но и минус гуля. Но проблема в том, что гулей-то много, арчей нету и сейчас с руки за... Ну, близко было. На самом деле, если бы Койл качнул, то убил бы. Но 120 сразу ауру качнул. Минус 2 скелета. На виспе. Т2 здесь от 120. 我感觉我作为一个 UD，我想的是什么呢？我想的是你都不是归明开局了，我怕什么？给你个爪又怎样嘛？也是呀、啊，我本来都已经崩盘了局了。Так, еще скелетов здесь 120 поднимает. Когти, кстати, выпали для Demon Hunter. Хороший девайс. 对 UD 来说，它是完全不亏的，就是狗换 AC 啊，这是可以接受的。然后这边的话，你爆一个精灵换我两个骷髅，这其实我也可以接受，虽然我是小亏，但是是可以接受的。主要这边 DH 的话，两个三级怪还没有练。对，而且 DH 是这边我们看到狗是一个双线三药小点，哎，这波双线有点胆小了一点啊，感觉这个五三三是可以考虑的。有个精灵挂在这边，他可能有一些担心。对你上来练两个三级怪，其实问题应该不是很大，就是即使对方来抓你，TK 看着精灵看到了，是可以跑走的。这边的话，介于这个精灵这边教练对不死，敢练吗？我们看一下，DH跟在屁股后面好像，这是个小骷髅。这边是买鞋，改练了。然后这边还是有点忌惮，选择了不练。撞见了。Так, здесь у нас гули пошли. Гули, 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 гули. Т2, блин, ну все равно лагает, невозможно смотреть, конечно. Я все-таки надеюсь, что расчехлится потихонечку. Но кажется, нет. 现在会多两条，这边还是补满了，还是九条狗，还是九条狗，28人口的狗，这局由于多一个四僧，所以是一个29人口。而且他前面还是死了一条狗的，所以说和平时来说狗的数量。Нет, кстати, когда экшена не происходит, не лагает. Блин, неужели они вот уже сколько каток прошло и не заметили, что у них стрим лагает? 就是升二本这个科技要明显要快。Так, Т2 у Фоги, здесь тоже Т2. Попытки арчу забрать. 是可以比对方优先买出来的。这边我们看到这个 DH 是来追击对方的一个小狗，
Так, пытается демон тут завалить. Ну, блин, Фоги, конечно, печально то, что у него демон хантер первого уровня. Андеды-то привыкли с первым левелом героя бегать на такой стадии игры, а вот эльфы со вторым как минимум должны быть. Ой, сейчас окруж... Печаль, минус ТП. Ну, тут, если гулю, конечно... А, еще и, смотрите, мейн достраивается. Фоги покрутил головой. Вот ради таких эмоций и хочется смотреть по стриму, потому что вот Фоги поджали Демон Хантер, он так головой потряс, вот все круто уже. Да у них Warcraft лагает, я говорю, они нелицензионный Warcraft купили. У них FPS в Warcraft проседает. Вебки-то нормально работают у ребят. У них именно Warcraft лагает. Я не знаю почему. Здесь забирается уже очередная точка. Ой, сейчас опять демона! Ну, демона персоналка есть, но все равно опасно было. Так, тут Пандарен берется. Но я на самом деле не вижу, лагают вебки или нет, но что они намертво застряли на одном месте, практически не двигаются. Так, тут гули пошли. Лич в заказе. Так, с бараком начинает крепиться. Здесь ДК. У ДК, кстати, фулл мана. А моноберны вообще были по ДК? Потому что... Такое ощущение, что... Ой, Скайла забирает крипа. Такое ощущение, что Фоги мисы прокачал. Я, если честно, не обратил на это внимания, потому что он ни одного моноберна не пропустил в ДК. Сейчас еще ДК попытается. Да, там, походу, дело мисы прокачаны. Забирает здесь точку Фоги. С горем пополам получает девайс. Здесь гули крепится. С паучком. Здесь демон начинает... Демон первого уровня, но он с дрядкой здесь. Печка подъезжает. Печка начинает подхиливать. И лич выходит. Не стал здесь 120 брать нагу, естественно. Уже лич с арбой. Очень быстрый Т3. Просто нереально быстрейший. С арбой, естественно, нельзя здесь сражаться. Хотя Фоги на пофиг заходит, пары дыхания. В ДК фокус. Очень битый демон хантер первого уровня делает став на базу, хочет подхилиться. Оставляет здесь арчей. Ну, арчи, кстати, смотрите, уползают каким-то нереальным образом. Еще гулю попытался забрать, но койл хороший влетает. Здесь ДК. Ой, ДК третий уровень получает на арче. А там демон первого уровня, это жесть. Демон первого, а тут ДК третьего. Ну, панда второго. И панда еще бежит направо. Блин, демон первого уровня. Стафа нету все еще, арбы нету, медведи нету. И там уже третий герой, 120. Фоги пока отстает. Медведи в заказе идут, но, походу, дело не успевает. Медведи сейчас еще медведи могут поймать. Куда же ты, Мишечку-то, идешь? И медведи здесь. Хотя нет, медведь вроде уползает под Риджуум. В базу. Магазин сносит, стафа арбы не будет. Сразу койл нового в Демон Хантера. Моноберн там полечу всего на 50. Дрядки очень быстро отщелкиваются, стафов нету. Медведи еще грейд не закончился. Риджуу пытается там все колодцы выпивать. Медведь уже все сделал. Фокус в нагу пошел, фокус хороший, минус сейчас нога будет. Минус нога, дестройер поднимается, но минус медведь. Минус арча, еще медведя принимает, у медведя еще грейда нету. Сейчас лича могут забрать, на ТП будет уходить 120. И медведь выживает на Риджуве. Ну, неплохо отбился, но очень много потерял Фоги. Два медведя без формы, две дриады сдохли, нет, одна дриада сдохла.
熊最强的就是刚出来的那。но хотя бы на ТП развел, убил там нагу, гулей, наверное, какое-то количество. 那球的那个返老还童是最最致命的。特别是打起来的时候。ну все еще нормально, сейчас панду до третьего качнуть. а блин, как тут панду до третьего качнешь? демона тоже надо качать. здесь уже с бон ярд делается, шейда. 120 тут крепится, получает бутылку на 500. Ой, по кому, блять, Tom of Experience упадает для панды. Очень хороший девайс. Третий уровень сразу получает. Отводит панду, хочет Demon Hunter до третьего качнуть. Ну и 120 тоже подкрепляется. Но это хорошо. Хорошо, что Tom of Experience есть. Ну в любом случае, панда была бы третий уровень, даже без Tom of Experience, но так, конечно, приятней. Так, четвертый ДК. О, здесь когти плюс 9 выпали. Демон, конечно, затарен. И демон на базу стафается, чтобы арбу купить. Он, по-моему, арбу еще не купил. Так, 120 не торопится выходить. Он крепит точки на карте, ждет верма. Верм, кстати, у него уже в заказе. 50. 37 лимита у Фоги! 37! А что так мало-то лимита? Нет, ты, конечно, потерял медведей и там дрядку, но что-то вообще как-то... 37... Он на арбу сейчас деньги... А, он еще экспан заказывает? Я вообще худею. Фоги чуть не пробрили на базе, он экспан заказал. У него 37 лимита против 60. Но, благо, 120 не идет в атаку, он ждет верма, еще крепит точки. Не, ну блин, Фоги просто Аркадий. Шейду не палит. Не палит Шейду, она заныкала с отдаста. Не, ну какой экспан, когда у тебя 37 лимита? Ой, смотрите, типи-то нету, и сзади Undead подходит, но рановато он подошел, эльф не стал крепиться. Типи-то там нету, и стафов нету. Тридцать девять лимита уходит. Тут дестройер поднимается и верм летит. Ну, он хочет верма дождаться. Да блин, у Фоги вообще ничего нету. Ему надо как-то валить отсюда. Есть став на панде, кстати. Пытается Фоги свалить. Ну, ему нужно, естественно, время как-то... Как-то бегать, пока экспан там переползет, начнет добывать. 120, конечно, нет смысла за Фоги бегать. Лучше бы пошел, закрепил красную точку. Но 120-го 66 лимита. У Фоги 45. И то это в заказе лимит, скорее всего. Не видит экспанда. 120 думает, нет экспанда, а он здесь сидит. О, гиппоса зато у Фоги есть. Вот это грамотно. Грамотно гиппосов построил. Я напомню, Рудан играл со 120-м в группе, и вот как раз он забывал гиппосов строить. Сейчас будет замес. Два гиппоса. Паутины нету! Нет, есть паутина. Сразу фокус по гиппогрифам. Минус. Ну, да, гиппогриф очень быстро отфокус. Но хорошие наберные. Хороший наберный. Медведи ворвались. Смотрите, сейчас верма можно забрить. Кайлом его подхиливает. Но мало дриад. Гиппогриф один еще клюет. Там медведи развалились. Лимита очень много у Андеда. Фоги пытается верма забрать. Их Койл. Здесь над лесом не получается повесить верма, но минус дрядка. Последний. Хорошее дыхание свитков. Вроде как больше нету, 120. Но у Фогича лимита. Лимита нету. Сейчас в нагу фокус пошел. Лича можно убить, но там бутылку лич съедает. Нагу убивают. Но Демон Хантер... Демон Хантер выживает. Здесь экспан стоит такой классненький. Ну, Фоги 37 лимита, там 60. Ай, зря Фоги, наверное, все-таки экспант этот поставил, потратил на него кучу голды. Ну, минус экспант, и сейчас 120 может просто пойти и точки крепить. Ему нет смысла наваливаться. Он может... Ой! Понятно. Гиппогриф отдал.
Ну какой тут налом двумя медведями и дрядкой? Ну что это? Став фейтс медведь. Ну, Вирм не дает уходить медведям вообще никак. Стафуется, но сейчас дрядку принимают. А как демон отсюда будет уходить? Магазин под боком, но толку-то. Да, 120 на пофиг идет на мейн. Ну, 32 лимита у Фоги. 32 лимита. Тут еще гули битые отходят. Не получается тут ничего сделать. Единственный плюс, что Фоги добывает больше голды. Ну, 70 лимита андедовского. Если второй верм прилетает, это автоматически GG. Одного верма можно еще как-то зафокусить, заклевать, но вот двух, это вообще забей. Регенит ману, печка. Приходят какие-то там гули с базы, которые отрегенились. Поднимается еще дестройер. Блин, что-то эти ракеты запарили, они постоянно лимит нам закрывают и голду. Нага приходит со свитком. Сразу койл нового в Демон Хантера. Просто никакой демон. Стафается демон. Забираются здесь медведи. Откидывается дыхание. Ну, лимита нету. Что тут говорить? У Фоги. Фоги доигрывает катку. Уже думает, наверное, над следующей. Нет, все-таки второго верма не стал делать. 120. Может, он его и заказал, но он еще не прилетел. Странно, кстати, что второго верма не стал делать. GG. 1-0 за 120. 上帝给了他一个很好的点位，但是他没有好好的利用。有点可惜啊，他如果知道了，我估计他可能不知道怎么练这个。不可能，他打暗夜那个战的时候都会练的嘛。那他可能是有点担心，难道是静的？但是这个不应该考虑这个问题。对啊，你不应该考虑这个问题。你造的五三三的话，对面在你上面你也很难受的呀。对，我们看到这个五级怪，甚至都有点危险的。就如果这个五级怪被经验被抢的话。 他真的就开局就玩不了了。不管你经验保不保被抢，都很困难啊。这个保被抢也很困难。对，这边的话，这是一次非常漂亮的围杀。这次围杀也是对方的一个疏忽吧。这样120也是，这边的话在中期占了优势以后啊，直接的三门一波，再 TP 冲过来，就是我是来这波没有想一波打死你，我这波赚够便宜就走。 这边，啊，我们看到这个时候纳迦是死了。其实这波纳迦死是，也是他也是赚了。虽然死了，但是他在赚过便宜之后死个一纳迦，也比一个蜘蛛便宜吧。一个纳迦一个纳迦170块钱，但是一个蜘蛛是215。说的，这英雄怎么这么苦啊？ 我们看到这局，这个妖灵也是选择了一个，这个非常规式的一个并龙的打法吧。以往呢都是一个双并龙一波，但是这局我们看到它是个单并龙。单并龙一波的好处就是成型更早、更快。 Fog 也是选择了一个非常规的打法吧，选择了触角鹰，应该算是个单矿脚鹰了。这盘就是单矿脚鹰，而且还是开了一个这个矿是完全没有用的。他是特别喜欢用这一招去打这个并龙打法的。他这盘还不如就单矿脚鹰算了。对啊，对吧？这矿就没踩过钱。 他这个矿是有点偷的，我们看他造的位置，他其实矿已经早就练掉了，但是他特地造在这个凹槽里面，就想就是躲掉你的这个第一次侦查以后啊，去那个偷出来。他如果偷出来是很厉害的，因为如果你是 UD， 你看，哎，你没开矿，那我可能就主要你还不认为啊，你想我侦查过的呀，怎么可能嘛？嗯，对的。 这个时候打到这种偏劣时局的时候，脚印兽就变成那个相当负面的单位吧。脚印跑，他不能跑。
他上来就走不了了，你出来脚印是没有办法拉扯的。对，关键就相当于现在我的蜘蛛都变成狼骑了。对的，我也网了，变相的我拥有了控制。而且这局我们看到这个精灵人口一旦不足的情况之下，冰龙哪怕是没有拉扯，你都不怎么打得动。而且冰龙能把你的 DH 限制的很死。好，我们也是来到双方的一个第二场，这边的话 ，Focus 选择了亚马逊。 AZ 这张图，你感觉这个 Foggy 的选择理由是什么呢？这个图就是暗夜优势非常非常大的一张图。它主要是优势在哪里呢？一个是 DH 很好练，它上来就可以两级，两个宝物上来比较有优势。然后另外一个是这个图它特别好抓 UD 练级，就是地图比较小，练级点都比较紧凑。 Так, Амазония будет. Я только сейчас заметил, что Фоги у нас кореец. На самом деле, очень грамотное решение, что он захотел гражданство корейское получить. Он теперь сможет тренироваться с Люцифером, с Чеком, с Муном. И просто в Корею переехать. Это все же лучше, чем играть на аренке. Фоги сливает, надо тащить. На этой карте на WhatsApp он почти затащил. У 120-го там буквально копеек не хватило. Стандарт будет от Фоги, Демон Хантер, понятное дело. Не играет он прохладами с Варденкой, а надо иногда прохлады катать, иначе не весело играть в эту игру. 你就算不掉大雪和敏三，你上来一个两级 DH， 对，就一个两级 DH，对面就非常可怕了，你就会感觉就能一直两级打一级，然后再拖一会儿。Здесь совершенный стандарт, 120. UD 是既不能练级，他也不能 rush， 特别难受。UD 只能挂级，只能看着你在那边练。对，因为暗夜的话，他只需要一个 AC， 一个黄皮，一个绿皮，BR 爬过去才随便练。对的，我们来看一下这场的话，幺零的一个建筑。 Показан нам комментаторы базу, что где как можно построить андедом. У Фоги уже крипинг потихонечку идет. Посмотрим, что будет делать 120. Возможно, он сразу с гулями будет крипиться. Есть такие опции. То, что смысл на харас бежать ДКшкой практически нету, потому что там все уже закреплено будет. Лучше самому закрепить точку. Да, берет гулей на крипинг. Саурой будет крепиться или Скайлом. Нет, кажется, Койл. Да. Ну хотя многие андеды и сауры крепятся. Сразу Койл откидывает в Архимага. Здесь демон с R-клеточкой. И перчатки. Не добивает последнего приста. Так, здесь ДК вниз бежит. Судя по количеству маны, он откинул койл в виспа. И, возможно, даже убил. Получает ауру. ДХ его находит. Моноберн сейчас не хочет им пропускать, поэтому откидывает койл просто на пофиг. И бежит на харас. Ну, Т2 уже в заказе. Три Мунвелла у Фоги, три Арчи подстроил. Правильно, что Арчей подстраивает. С одной Арчой тебя сразу пропушат. Здесь куча гулей берется с базы. И идет... Собирается 120 харас небольшой сделать. Правда, у ДК у него мана кончилась.
Ну, это и логично. Так, там Висп, кажется, встретил. Так, сапоги персоналочку наденут. Хантри, возможно, сейчас на мейн забежит и отменят Гривьярд. Нет, не побежал. Ищет андеда, который, возможно, будет крипиться. Ну, просто ни рубки на мейне не было, и можно было забежать, отменить кладбище. А то мамка заругает. Так, здесь попытка окружить. Ну, на самом деле, Фоги вот такими танцами с бубном немножко времени себе выигрывает. То есть андед не крепится и не харасит. А эльф сам побежал забирать троллей. Хорошее решение. Здесь Кайла нету, поэтому нет смысла особо опасаться. Хотя, может, с руки сейчас ДК добьет. Нет, не добивает, но тырит девайс и книжечку. Гуля убегает на соплях. Ой, Фоги за Гулей побежал зачем-то, но... Блин, по-моему, лучше бы он там пытался подхарасить под кобальда. Ну, убил ты эту Гулю, но ты дал возможность закрепить сейчас точку до конца и почти третий уровень получить. Будет ли сейчас нога браться у 120-го? Или все-таки... Еще откидывается койл в Гулю. Есть у него под боком зеленая точка с морлоками, там он может легко докрепить третьего ДК. Блин, ну у ДК больше экспы, чем у ДХ. Так, уже крипит второго героя. Фоги нам не показывает, какой это. Нагу взял Фогич. И докрепливает точку. Барак переползает сразу на шахту. Ой, здесь Гули забрали точно, они очень битые, но они уползают от Наги. Но Демон Хантер сейчас на перерез идет. Ну, одним кайлом он подхилит, конечно, Гулю. Да, кидает сразу в левую, потому что правую мог и не успеть. ДК с еще с поушеном, который регенит ХП и ману. Можно уже, наверное, заюзать, пока не рискует. Боится, что собьют. Демон почти третий уровень, да, добивает здесь третий левел, будет второй моноберн. Выходит там уже лич, без арбы. Ой, в лича неприятный моноберн на соточку. Ну и пока ничего интересного не происходит, в принципе. Покачались игроки, еще моноберны. Здесь попытки арчей забрать, но, по-моему, ДК здесь может и не уйти, если Фоги сейчас законтролит, а Кицарь... Нет, не получилось. Не получилось законтролить. И ДК очень битый убегает. Кайлы уже просто так откидывает, чтобы моноберны не делали. А, Т3 еще не закончился, странно. По-другому как-то здесь 120 сыграл. Просто в прошлой катке у него лич вышел из алтаря и сразу был с арбой. О, сейчас могут окружить демона, нет. А, нового не было. Ребят, я вот перестал обращать на лаги, и игра смотрится хорошо. То есть, если ты не думаешь о лагах, у тебя и не лагает. Так что не обращайте просто внимания. Думайте, что вы на китайском телефоне смотрите стрим, а не на Самсунге. Или на айфоне. Ох, как я люблю вбрасывать. Так, успевает моноберн хороший прорезать на соточку, и койл не смог откинуть.
Так, Бунярд ставится. Ну, пока ничего не понятно по игре. Особых разменов не было. Там гуля, что ли, одна сдохла. У Фоги, по-моему, арчи даже не умерли. Дрядки тут уже штрафуются. Штрафуют. Ну и Фоги три здания, без экспанда он играет пока что. Я бы сказал, даже у Фоги чуть все получше, но лимита у него сороковник. А Вандеда... Вандеда мы не знаем, сколько лимита. 38. А где Вандеда весь лимит? Он финдов практически. Он не строил финдов. Он ждет верма. Странная игра, конечно. Да, верма он заказывает. Что-то очень пассивно 120 здесь играет. В прошлой катке у него к этому времени уже 60 лимита было. Хотя он тоже покрепился так, ну, по лайтовочке.哎，这你走干嘛？我是这个DH，我就不走啊！我还走的，我就顶你脸上了，还怕你不成？又一般多吧？其实没必要走啊，真没必要走。其实UD这种局面根本就没有输出的，看起来NC很吓人，但其实他看起来很吓人，他其实就是吓你的，其实就是吓你的，就是想让你赶紧走啊！我这一波并不想跟你打，但是如果你DH真上去了，哎，这UD就怂了呀，就真怂了呀。 ДХ бегал, и все-таки моноберн сделал на 76. Все-таки 120 решился выйти с базы. У Фогича уже есть пару гиппосов. Для гиппосов пока что нет цели. Неплохой там форкит откинулся. И моноберн хороший, опять новый нету. Здесь у Андеда очень слабые герои. И вот Верма сразу фокусят. Леса-то нету здесь. Пытается он к лесу отойти. И Кайлов, скорее всего, тоже нет. И сейчас Верма можно отщелкать. Это победа за Фоги может быть, если Верма убьет. И Верма нечем спасать. Ой, Личи там на 5 хп юзает инвул. Но надо ТП уже Личи передавать. Минус Верм. Лично ТП уходит. И Фоги здесь разбирает. Нужно срочно экспанд ставить. Прямо сейчас ставить экспанд. И будет все хорошо. И табуретку забыл. Ой, табуретку забыл. Жалко печку. Что-то 120 походило дошка надо захавать. Да это победа Фоги, что-то как-то изи было, если честно. Просто зафокусил Верма и все. Зафокусил Лича. Еще и табуретку убил. Да, все правильно делает Фоги, экспанд ставит. Это очень грамотное решение. Сразу укрепляет свое преимущество. Правильно, слушает советы Хавка, а не Пуха. Без мастера не стал играть он здесь. Ладно. Скажем так, это грамотная подача. Грамотная подача. То есть Фоги убил печку, которую 120 ему подарил. Ну а Фоги подарил двух гиппогрифов. Это просто взаимные такие обмены любезностью. Жестокость выходит на арену. Жестокость у нас выходит. Здесь вермов-то нету, но есть один дестройер, которого сейчас грамотно фокусят гиппогрифы. Минус один. Ну, дестройер будет минус, там, что там по Кайлам-то вообще? Хороший фокус по Личу, у Лича есть инвул. Лич инвул юзает. Но ДК без маны, и ДК здесь без телепорта. Лича просто могут забрать потом. Дестройер, кстати, выжил, и пошел фокус уже по финдам, но к Личу нужно прорываться. С финда хорошо с розеточки забирает. Минус еще дрядка сверху. Дестройера там все-таки где-то там на... Дрядка набежала и убила. Дестройер подхилился за счет диспола. И пошел фокус в Лича. Лечу туда моноберн на соточку.
Ну, покажите лича-то. Да, минус лич, но окружается Нага у Фоги. Наги передает свое поушен на пятихаточку и стафается Нага. Великолепно. 35 лимит у 120, 45 у Фогича, Икспан практически доделался, Нага на персоналочке возвращается, это победа. Это 1-1, ребят. И даже Бон-Ярд продал! 120 продал Бон-Ярд, потому что понимает, что он не перемасит вермов против гиппогрифов. И он просто взял и продал Бон-Ярд. Это победа у Фогича, но я не знаю, как здесь это, он может ее слить, эту игру. Если честно, я эту игру не очень понял. То есть они что-то покрепились, что-то побегали, и потом вжух, и как бы это, вжухнули 120-го. Ну что, Дуанде до 47 лимита, но главный плюс в том, что у Фогича сейчас экспанд начинает потихонечку добывать. И он уже скоро будет окупаться и приносить полезности. Правда, здесь Фогич куда-то лезет, блин, под базу, но у него бутылка на 500 есть. Ну, рискованно. Ой, как лич выходит, и сразу новый сейчас может откинуть. Став делает. Блин, куда же ты, Фогич, полез-то? Сейчас дрядку может потерять, или дрядку убежит. Нет, Фогич ничего не потерял, но было очень опасно. Мне кажется, можно было покрепиться. Продолжает Фоги наращивать свое преимущество. У него уже медведи там много, уже 54 лимита. Но Undead заперт на базе, и Фоги просто стоит и ждет его. Не дает он качаться, потому что Undead в такой ситуации против экспанда может вырулить только на прокачанных героях, на хороших итемах. Потому что сейчас даже Undead даже не сидит в лимите, он сразу вышел, по-моему, не знаю, что он там сделал. У Фогича 50 лимита, а у Undead... Фогич копит деньги. Блин, да у тебя 1000 голды, трать деньги. Забей копить. Здесь не надо копить деньги. Просто выходи из лимита. То есть масс гиппогрифа, масс дряда и масс медведя. То есть все строй подряд. В такой ситуации. Потому что Undead уже из лимита выходит. Здесь не надо копить. То есть с экспандом нет смысла. Потому что можно в какой-то момент прослакать момент, и ты просто не успеешь выйти из лимита. Здесь уже 60 лимита, но Фогич понимает. Да, Фогич все выходит. 57, 59. Все нормально. Он будет готов. У него куча гиппогрифов. То есть дестройеры ничего там не сделают. Undead этого, наверное, тоже понимает. Он не будет поднимать дестройеров. Ему нужны только обумы и, соответственно, финды. Пытается он забрать точку, но Фоги слева уже подходит. Четвертый ДК. И там не забирается. Так. Ну, Фоги по земле мало, гиппогрифов он, конечно, много сделал. Но смотрите, Undead все равно дестройеров поднимает. То есть ему пофиг на то, что там 6 гиппосов летает. 5, прошу прощения, что, наверное, прилетит сейчас. Так, моноберн жестокуса. Ну, жестокусу пофиг на моберн, и ему нужно просто один рык сделать. И все. Слушайте, делает реально ставку на дестройеров сейчас Undead. Третий лич. И 70 лимит у Фоги. 70. Жестоко скричит. Моноберн хороший в ДК. Там очень много гиппосов. Их в сеточку откидывать. Ничего не понятно. Жестоко получает левел ап. Дрядки сразу заходят в дестройеров. У них там финды очень грамотно отстреливают. Блин, ничего не понятно, что происходит. Какие-то новые откидываются. Но Фогича чисто больше по лимиту. Там свиток юзает. Еще трушот ауру где-то взял Undead. Я вообще не пойму, что происходит, но, по-моему, медведи пробревают. Просто они Да, Undead здесь пытается хит-н-ране, там очень много эльфа. Очень много медведей по земле, да и по воздуху гиппоса еще есть. Отходит лич на соплях. Нага там битая. Не, Undead разваливается. Здесь просто огромное количество лимита у эльфа. GG. 1-1! Танец локтей. Танец локтей. 就是打了一场这个
1-1, решающая катка будет. Есть все шансы у Фогича.那波他只有一个蜘蛛，那个如果他有两个蜘蛛的话，能把两个脚印都往下来，他第一波的兵龙也许就不会死了。对，第一波兵龙几乎是有做出攻击动作吗？应该是做出几次，但是基本上是没产生什么特别的效果，一直在跑，被那两个脚印追着跑。这江的话，双方是进入到这个决胜盘的那个较量啊，这也是相当对于双方选手相当不容易。我们看到这边的幺二零是选择了 LR 作为自己的一个败者图，我们看一下，先看一下上一场的一个这个大屁股出的啊，他是想就是你大屁股减一下脚印的攻击力吗？也其实也没什么作用啊，关键是大屁股确实很肉，能充当一个胖子作用，关键也没人理你啊。关键是他好像他没什么，他不是输个 TK 吧 ？TK 还挺好的，TK 能丢个房子。 我们看到这个没有兵龙以后啊，就看出了 UD 非常头疼的一个东西，就是被对方这么点英雄，这真的是相当头疼啊，是所有 UD 没法回避的一个问题。啊，这边虽然围住了对方大家，但是，并不能去击杀，反而自己的巫妖是被对方输出掉。哎呀，我感觉打这套打法就是用法师流的，这是我的一个见解。我看了又看，我还是感觉法师流是比较合适的方式。 因为他这套打法，今天这套打法是不讲究开矿的，或者说他是不敢轻易开矿的，他也要去，等到一个打出一个优势点才敢去开。主要像 Fogg 这样打，有一个让人特别没有办法的事情，就是他算是一个硬针对啊，就是比赛我还没打，我就确定你就是这样打，然后我就去针对你这样一个情况，这对于一个 UD 来说是非常头疼的。 我们也是进入到双方的，这样的话两边是战成1-1，将会进入到双方的那个决胜盘。决胜盘的话是幺二零选的败者图 LR， 对，今天的话已经是四哥战胜了英菲，相当啊让我们震惊的一个比分吧，2-0战胜的。如果今天 Foggy 也能战胜幺二零的话，那将是非常非常神奇的一天吧。 幺二零今年有输过精灵吗？哦 ，WC 上输给 Knowledge 输过一次，除了那次有输过吗？没有没有，他是幺二零是对暗夜的胜率非常恐怖的，胜率应该比 Lin 打暗夜要高一些吧 ？Lin 好像还是输过那么几次。对。但是 Lin 打暗夜打得多嘛，幺二零好像打暗夜打得稍微少那么一点。好，来到这个决胜盘 L 啊，这样的话对于 UD 还是拥有一些不小的优势，主要是这个。 跟 AZ 这张图比起来，首先你的 DH 开始没有那么好的装备，那么不错的等级，然后呢，打到后面的话，这么一个地形啊，以及打到中期，也不是很怕精灵去压我的场，我很多点都是可以勾着脸的，我实在不行勾降了点位，勾降了点位，你都勾降了点位，你都是没有办法的，甚至找一些地方勾降了点位，就很有可能打到中期以后，精灵可能也练了不少点，但是我的 UD 的练级你是阻止不了的。这个图是很容易就是打成。 两个人对半开吧，两人对练。是 UD 就是我混得再不好，我也能和你一人练一半。这个图没有办法像 AZ 一样，因为图比较大，练级点离得很远，不能像 AZ 一样，你过来练一个点抓我一次，练一个点抓我一次。对的，主要还是跟这个地形有点的关系吧，很多点都是可以勾着练的，你可以来压我，但是我一旦比如说我在这个地方，我把这个怪往这边一勾，哎，你怎么压？过来我就跑，我就往这边一站，你如果。 要打的话，这野怪可能还能帮忙。这也是这张图上对 UD 的一个优势点吧。同时我们看到分矿的一个地形的话，在经过分矿的时候啊，这边这个地方也是形成了一个口子，也还可以。这边有树林，能可以给兵龙爬上树。但对于 Fogg 来说的话，就需要考虑这个问题，需不需要用这个 BR 把这边吃掉。
啊，甚至这边的树拿吃掉。吃开的话还是比较广阔的，如果吃开的话，地形就对 UD 一点都不有利了。对，吃开以后就发现好像变成了 TM。好，我们看一下这边的话，前期是有小狗探路的，幺零整个三场打下来的一个给人感觉还是偏稳啊，偏稳，打的并不激进。好，卖掉了 TP。Так, выходит Demon Hunter с ДКшником, ТП продал 120-й. Так, пытается здесь 120, ну мы уже, я уже рассказывал, что здесь имба карта, а все виспы ныкаются, и Гуля, естественно, никого не убила. Так, здесь легко закрепился 120. Ой, в смысле, Фоги закрепился легко. Даже смотрите, на пофиг с когтями разменивается против скелетов. Карта, конечно, не очень хорошая для эльфа. В лейт-гейме имеется в виду, потому что очень много узких проходов. И над лесом можно держать вермов и дестроеров. Вот, это очень имбовая тема. Плюс, в принципе, здесь Undead очень удобно крепится. Имеется в виду уже в технологиях. То есть все, по, все рядышком быстренько можно закрепить. Но эльфа также, у эльфа также можно с бараками где-то подкрепиться. Undead забирает точку чисто гулями, приходит еще. Так, заходит Demon Hunter, берет сапоги с персоналкой, естественно. Ну, стандартный закуп. Персоналка обязательно, потому что лучше потратить бесплатную персоналку, на которую ты 150 голды потратил, чем телепорт потерять, если тебя где-то там подмывят. Вот. Так, кажется, Фогич прочитал. А, он за Гулей побежал. И в итоге 120 тут докрепливается. Да, косяк. И вот снова он разменял. Хотя сейчас еще... Попытался 120 Гулей подмоить, не получилось. Было бы прикольно, если бы у андедов, как у зергов в Старкрафте на проклятых вот этих землях, скорость передвижения бы увеличилась, а не только реген ХП. Было бы тогда прикольно. Так, просветочку сделал, решил посмотреть, нет ли захайдженных арчей здесь. Блин, очень важные две точки забрал 120 на раннем этапе игры, потому что это иллюзии выпали, правда. Но были бы глаза, было бы круче, но подрезается Гуля, да, минус Гуля. Минус две уже Гули, это хорошее начало. Фоги пока еще сам ничего не потерял, но вот уже две Гули подрезал. И, возможно, еще подрежет. Тут грамотные мувы. Так, Т2 доделался. Будет ли сейчас 120 быстро Т3 нажимать? Да, нажимает Т3. Так вот, я говорил, Undead забрал важные точки, у него XP больше даже. Но с этих точек он не получил полезных девайсов. Ну, палка иллюзий хорошая, хороший девайс в лейт-гейме, когда ты можешь на верма там иллюзию сделать. Это прикольно, но смысл в том, что до вермов еще дожить нужно. А что там Брок у нас собрал это много пек? Ладно, потом посмотрю. Так, тут заход, оба игрока берут нагу. И попытался Фоги сразу агрессивно с бараком прокрепиться, но Undead не дает. Undead вообще начинает грызть елки рядом с его базой. Рядом с эльфийской базой. Помогает он ему избавиться на карте от леса, чтобы не держать вермов над лесом. Так. Демон Хантер, Демон Хантер. Ой, сейчас опасно. Нагу фокусят у 120, но он пытается окружить. Демон Хантер передал сапоги Наги, кстати. Так.
Очень опасно здесь. Надя. Вот сейчас Надю могут окружить. Блин, Фогич, контроль. Ну, Нага с сапогами, это хорошо. А теперь проблема, как 120-му Нагу свою спасать. Уползает. Увидит ли Фоги? Увидел Нагу. И виспом подмувливает. Оп. И, ну это минус Нага. Ну, либо на крипах сдохнет, либо ее Фоги добьет. Моноберном надо добивать будет. Блин, короче, из-за лага я не понял, кто добил, но там потом экспо покажет нам. Но в это время 120 забрал точку, почти третий левел героя. На самом деле, размен такой. Если Фоги экспу не получил за героя, то так себе. Потому что в это время 120 очень жирную точку забрал. Хотя там уже дриадки начинают подмувливать, и минус две гули, еще ДК сейчас, если подмувят. Ой, как хорошо-то подмувливает, хорошо, но на инвул развел. Очень хорошее начало у Фоги, очень много он нарезал. Там Нага в заказе, сейчас Лича будет в заказе. Ну, хорошо Фоги нарезал. И сейчас нужно более агрессивно играть, нужно, наверное, в экспант идти. Нет, он сначала заберет точку вражескую. Потому что это первая точка, которая 120 пойдет крипить. Блин, я так и не понял, добил Фоги Нагу или нет по экспе там, непонятно. Но уже третий левел, скорее всего, добил, наверное. Скайла здесь забирает одну арчу. Блин, надо Фоги идти экспан ставить, надо укреплять преимущество. Потому что очень хорошее начало, и он понимает, что 120 его уже таймингом и пушем не пропушит. Ой, еще печку закинули в сетку, сейчас печку можно зафокусить. Зачем моноберн в ДК? Надо было в печку моноберн делать на соточку. Начинает размениваться, чем-то напоминает, как Рудан играл против 120-го. Ну, демона фокусен, там есть став у Наги, так что не опасно. Плюс нету кайлов, нету новой. Здесь, конечно, Фоги еще нельзя увлекаться. Арчей жалко. Там Риджуф пошел, арчу спасает. И Риджуф первый. Дестройера все еще нету. Еще нету арбы. Лича с арбой нету. Гули страдают. Демон Хантер очень хорошо там с Риджуфом нахилился. Пока нет дестройера, вот так можно играть. Подходит Лич, вот теперь нельзя Фогичу возвращаться ни в коем случае, потому что на Личе можно потерять и героя, и там медведя можно. Ну, попытался Фоги там как-то подбежать, с моноберна добить. Снова бесполезный девайс выпадает. У Фогича снова стратегия, как и на прошлой карте, две лорницы плюс гиппо-грифница. И экспант он не ставит. Ну, мне кажется, можно было, потому что вроде как он много нарезал. Но крепить преимущество. Даже не то, что экспанд сразу поставить, а имеется в виду где-то там его заказать и пускай он там строится. Печка очень битая, но скорее всего эта печка будет дестройера подниматься. Да, демон лезет. В это время Нага... О, здесь уже медведи три штуки, гиппосы в заказе. Так. Кстати, не ставят Бунярд-то. Блин. Тут для Фоги проблема в том, что 120 не ставит Бунярд, но в принципе дестройеров все равно клевать нужно. Так что нормально. Пытается 120 агрессивно забрать точку, а в 120 телепорт есть? Просто если нет телепорта, его могут тут оставить. 120 телепорта нет, но он получает Рушу Тауру. Но пока что Фоги не идет его сзади принимать. Мне казалось, он сейчас Фоги его сзади здесь примет и не даст уйти. Потому что очень агрессивно он здесь точки вражеские забирает. ТП-то нету. Сейчас может игра закончится, если Фоги здесь грамотно посражается. Да, идет. И два гиппоса уже штрафуются, дестройер. Еще и печку закинули. Откидывается койл. Сетки нету у финдов. Да, здесь можно просто забрать 120-го. Попытка зафокусить Нагу была, но там все штрафуется у Андеда. Влича фокус пошел. Блин, там Риджуна хороший откидывается. Нет, блин, Андед перестроился каким-то образом. Выполз из этой ситуации. Там еще крипы помешали Фогичу. Ну, блин, такая ситуация была. Можно было, мне кажется, Андеда забирать. Но как-то он выбрался. И дрядку еще теряет Фоги. Ну,
Сетки нету. Сетки нету у андеда, можно гиппосами врываться. Просто врывается в дестроера. Отличная позиция, Фогич давит. Он может просто сейчас еще экспанс заказать. Андета пытается уехать на базу, но теряет на этом. Теряет на этом финда. Откидывается снова в гиппогрифов. Только сейчас сетка доделалась, но еще форкит хороший. Короче, гули все сдохли. Финт один остался. Табуретки битые, герои битые. В Надю пошел фокус. Надя. Надя на инвуле уходит. Но в лича фокус, в лича, лич. Лич убегает. Кайла нету. У Фоги сейчас... Есть ли мана? Сейчас... Блин, Фоги, что там? Инвул! Койл! Инвул великолепно юзает под Койл. Успел среагировать. Не растерялся. Еще и демоном попытался забежать туда, что-то убить. Нету Кайлов. Ой, Надя! У Нади ТП есть. Надя пытается просто в наглую убить. И... Что ж ты делаешь? Излагала! У него ТП был. Фоги, что ж ты делаешь? Нахрена тебе эта нага сдалась? Чё ты ТП-то не сделал? Забил бы... Зачем тебе это, блин, вражеская нага? Ты свою потерял, третьего с телепортом. Сейчас придется выкупать третью нагу, это 500 голды. И Undead здесь сразу забирает точку. 47 лимита. Анг выпадает, но Анг это фигня. Монобёрн прописывается. Куда ты лезешь-то, блин, откинься ты. Иди покрипся, куда ты демон хантером-то? Но ДК умирает. ДК у него Анг, блин. Толку-то от ДК, то что умер. Минус медведь, куда ты лезешь-то, блин, Вася? Куда ты лезешь на андеда? Что с тобой, адреналин что ли жахнул? Тут прям на базу к андеду пришел, начинает терять медведей. Еще минус. Но минус ДК! 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 Сука! И Надя умирает! Что? Что? Как этот ДК выжил? Пиздец, короче. Короче, Фоги просто пришел, потерялся. Я не понял, как ДК выжил, но он просто зарегенился на ауре и на земле. Блин, ну Фоги потерял два раза нагу, 43 лимита, причем это 5 лимитов в наге, которые в алтаре. Да я не понял, куда там Фоги лезет-то, блин? Ну, разменялся ты с ним хорошо, но отступи, блин, покрипся, там экспанд поставь, не знаю. Куда лезть-то? Да и Фоги продолжает лезть, но хотя сейчас сзади заходит, сзади в нагу заходит, там какой-то итем выпал, непонятно, но сразу здесь штрафуются гиппогрифы. И на ДК на ТП уходит. Ну, кстати, 120 здесь, по-моему, не оценил ситуацию. Он еще и дрядку подбрил. Здесь просто у Фоги три дрядки и медведь был, и два кипогрифа, которые сразу убили. Но 120-й зачем-то ТП сделал. Походу, дело сэканул. Шестьдесят лимита у Андеда уже. Да. И герои, блин, 4-3. И нага третьего. Ой, это печаль. Такое начало у Фоги идеальное было. И просто вот на каких-то соплях, непонятно как. Да как понятно, ТП не нажал, блин, пытался нагу убить. Ну, понятно, Фоги хотел красиво еще в том моменте убить своей нагой вражескую нагу и сделать телепорт. Но он не сделал расчет на то, что всего одна нага у него стреляет, а его бьют там, блин, финды, там другие герои, и не сделал расчет на то, что аура у ДК хилит. И печку там хилила еще, скорее всего. Андед уже наламывается, у него 70 лимита практически, 66. Фоги 48.
показывает нам, что еще красная точка есть на карте. Откидывается просто ново в Демон Хантер. Ну сразу медведя фокусят, на стафе уходит. Пошел фокус в ДК, просто на пофиг пытается по героям щелкать. Там Нагу снова... Ну, какая-то отдача на адреналине от Фоги была. То есть Фоги поверил в себя, что уже вроде затаскивает. Пытался просто... Ну, жахнул в голову моча, я не знаю, как это еще назвать. И он просто давил, давил до конца и не додавил. Да там вместо креста могла упасть, это камень жизни тоже мог упасть. Ну, крест, да, в тот... Ну, крест, он, опять же, он не отводил ДК, потому что знает, что у него крест, и на пофиг сливал ДК. То есть, если бы у него не было его, он бы раньше отвел и вряд ли слил. Ну, сейчас мы посмотрим в повторе. 这波妖灵其实已经是处于一个败军之势，这个时候被追着打，一直在死兵。但是其实Foggy有个很大的失误，他上面在练级，哎，这个真的是。和野怪打起来了，所以他正面部队就明显少了这么一坨。 Блин, вот здесь момент был, когда Фович мог просто запереть Андеда и не дать ему уйти отсюда. Я не, так и не понял, как проскользнул здесь. Вот этот момент с Нагой сейчас будет. Вот он, Нага, ну, на инволе уходит. Лич очень жесткий. И Лич еще немножко подмовился, и чуть-чуть не хватило, чтобы его убить. Там ману кто-то у кого-то высосал. А, ДК высосал ману. Сейчас этот момент будет. Ну, здесь момент, конечно, ну, инвол легко юзается. Это понятное дело, это все стандартно. И вот сейчас... Сейчас этот будет момент интересный. Вот, сейчас фокусит Нагу. Вот он понимает, что может... У него фул ХП у Наги, но Нага его под замедлением. И... Ну да, но тут динамика слишком печальная была. Надо было ТП сразу делать, либо уходить Нагой. И вот снова Фоги здесь наламывается. Вот пошел фокус. Ну да, он ДК бы отвел просто на пофиг, если бы не было Анха. Минус медведь. Не, ну под базой Андеда, конечно, блин, сражаться это такое. Он постоянно отходит на землю. Печки тут рядом стоят. Вот опять ДК вылез. Вот сейчас хороший фокус. Еще, смотрите, одного медведя зачем-то наверх повел. И вот хороший форгит. И 20. Печка подхиливает. И... Да. Печка подхилила. И плюс аура у ДКшника тоже подхилила. Но это ключевые моменты. В это время Нагу забрили. 帮他扛了几十点伤害吧，这是最后的一波团战，两边人口已经拉开了一个比较大的一个差距。Ну такие ж пирожки, ребят.